Вот 19 апреля, бесхозные вишни в Нюкабине или черешни. Тут и черешни хорошие растут, сладкие. Вот по цвету отличаются. Я говорю, не белые, они какие-то пыльные, грязный немножко оттенок, желтоватый почему-то. Потому что у нас белоснежные. Ну вот если подойти, то вот вроде бы белые, а издали пыльные. Ну в целом очень классно. Едва ли не единственный аромат в Скандинавии — цветущие вишневые деревья, потому что в принципе растительность здесь не пахнет. Ни летом, ни весной, ни осенью. Земля не пахнет вообще. Ровный такой спокойный воздух. Запах отсутствует.